Про Чернигскую трагедию нагадывает мемориал. Тут фашисты расстреляли и спалили 1800 мирных жихаров, знищили вёску и соседние населенные пункты. Присутные вшановали память загинувших хвилиной молчания, усклали до мемориала кветки. Михаил Сакадынец – один из нескольких жихаров вёски, кто судом застался у живых. Коли пришли карники, и он гулял на улице. Коли начали стрелять в мирных жихаров у домах на улицах, хлопчик опынулся под телами забитых. Это его и выратовало. И когда среди битых остался, и когда пришел в себя, я выполз, дополз до болота, где с кустарником, и перешел в лес. Вот таким путем я остался. Встретил, а потом встретил этот Дякова Василия, с которым перешли у партизанский отряд. И он николи не забудет тех катов, якие стреляли у селян. Один полный, здоровый, плотный такой, чистый, выхоленный, ниже ростом был, а другой сухообразный, высокий. Вот я как сейчас вот гляжу на них. Его племянник Олег Сакадынец скажет, что у червня 42-го тут загинули амаль 40 его свояков, родные дядули и бабули. При каждом зручном выпадку он обовязково наведывает мемориал в Борках. А митинги, которые ладятся штогод, говорят про то, что никто не забыты и ничто не забыто. Здесь все напоминает ту трагедию, которая произошла несколько десятилетий тому назад. И до тех пор, пока мы помним об этом, мы живем, мы нация. Кто забывает свое прошлое, тот обречен на забвение. Сергей Грапяков, Александр Демешенко, новини Могилёв.